Приветствую всех на своем канале Одесса. Время сейчас 19:43, и прямо сейчас у нас началась воздушная тревога. Причина — это активность стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Летят они в юго-восточном направлении. Значит, угроза присутствует в первую очередь для Кировоградской области, об этом сообщают. Для нашего региона тоже есть угроза. Тревога объявлена во многих областях, преимущественно это южные и восточные регионы нашей страны. Ну, само собой разумеется, если бомбардировщик движется с юго-восточного направления. Напомню, бомбардировщик Ту-22 выпускает ракеты Х-22. Это старые советские ракеты, скорость которых более 4000 км в час. Они очень быстрые, они очень мощные и они максимально неточные. То есть данные ракеты очень часто попадали в жилые дома. Берегите себя, берегите своих близких, немедленно пройдите в укрытие в тех регионах, где звучит воздушная тревога, потому что неизвестно, куда именно сейчас будут лететь эти ракеты. Они могут полететь абсолютно по любому региону. Дальность удара этих ракет, если я не ошибаюсь, в районе 300 км. Берегите себя, идите в укрытие.